Мурат, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Два поражения, закрываешь победы. И что чувствуешь? Делись эмоциями. Честно говоря, я раньше после двух поражений оставлял. И на этот раз после двух поражений я как бы в весе поднялся. И не получалось как бы полностью раскрыться. И как-никак не хотел подводить людей. Честно говоря, было тяжело. Ну, я не знаю, или с возрастом это связано, или с травмами. Но все равно полностью открываться не получилось. И тем более в другой весовой категории, просто удар тоже как-никак уже другой бой от соперника. Из-за этого приходилось что-то осторожно, что-то. Ну, все по воле Аллаха на сегодня, как вы видели, выиграл. Новая весовая категория, 84 килограмма. Было такое ощущение, что хочешь прочувствовать всю дистанцию и именно прочувствовать именно этот вес. Так ли это? Не, если была бы возможность, я бы, наверное, постарался бы досрочно завершить, потому что как-никак там дополнительные бонусы. Ну, видишь, получилось с гонком. Ну, значит, не суждено было, как говорится, бонус выигрывать. А так, если была бы возможность, закончил бы досрочно. А как думаешь, вообще этот вес, он тебе более близок или все-таки будешь возвращаться в категории 77? Не, если, например, если лига пустит меня обратно, если как и в 70 на 77 гран-при сделают, ну, я заранее и диетолога найму, я думаю, скорее всего, спущусь, потому что мой соперник тоже не особо большой был, на 84, а и маленький, и нету такого удара, чтобы можно было бы посадить. Сейчас уже каждый второй будет со мной в обмен ходить в этой весовой категории. А 77 было более уверенней, и я думаю, если гран-при сделают, если и лига пустит, я спущусь. А по бою что можешь сказать, чем удивил, возможно, тебя соперник? Ну, его бой я особо не мог найти. Пару боев нашел, и он неудобный был. Для меня, честно говоря, он какой-то неудобный был. Из-за этого, я же говорю, полностью раскрыться не получилось. И не хотел рисковать, потому что он тоже как-никак бьет нормально. Из-за этого так пришлось осторожно работать. По ходу поединка складывалось впечатление, что, возможно, ты вспомнил свои любительские поединки, набирал очки, держал дистанцию. Ну, вы видите, сейчас в последнее время, раньше я как старался, ну, зацепить и так далее, и не получалось. И за счет этого, из-за каких-то мелочей я бой отдавал. Ну, сейчас уже с возрастом приходится что-то хитро драться и забирать очки, чтобы результат за мной был. Понятно. Но пока ты остаешься в этой весовой категории, и ждем от тебя следующего вызова, следующего поединка. Все, я в этой весовой категории. Сейчас, наверное, до Рамадана все равно мне не дадут. Ну, после Рамадана месяца полтора я буду уже готов драться. Ну, наверное, мне-то сейчас как бы не топового спортсмена дали. Я думаю, уже после Рамадана мне хотя бы из топ-10 дадут, чтобы я мог проверить себя, могу ли я дальше в этой категории продолжать или нет. Да, тогда будет видно. Да. Тебе хорошего восстановления. Все. Удачной гонки. Спасибо. Поздравляю.